Верховный Господь говорит, что Он – начало, середина и конец всего сущего в этом мире. Давайте теперь подумаем, что это для нас может значить. Сегодня начался день – это Кришна. Будет середина дня – это тоже Кришна. Будет завершение дня – и это тоже Кришна. Если мы начинаем что-то делать – это Кришна. Если мы уже что-то делаем – это тоже Кришна. А когда мы заканчиваем чем-либо заниматься – это тоже Кришна. Начинаем вкушать пищу – это Кришна. Пока в процессе находимся – это Кришна. Когда уже наелись – это тоже Кришна пришел в нашу жизнь. И так во всем. В этом мире нет ничего, кроме взаимоотношений с Кришной. Поэтому самое лучшее, если мы будем делать все с пониманием этого, что Он – начало, середина и конец, и будем делать это, выражая Ему почтение. Я благословлен тем, что помню об этом. Повторение святого имени Кришны – это хорошая, отличная возможность, самая лучшая возможность для того, чтобы всегда помнить о Господе и никогда о Нем не забывать. Памятование таким образом о личности Бога – это уже является преданным служением Господу. А преданное служение Господу, оно является источником счастья и избавляет от всех страданий.